нас засыпало, нас снегом на острове отрезало от цивилизации. Ну вот мы сидим, пока ждем, пока усядется снежок немножко, и чтобы убраться домой. А сейчас бегаем и ловим окунька, пробуем с ребятами. Вот. Сейчас попробуем, посмотрим, как он клюет в глухозимье. Я немножко другую методу хочу применить игры. Вот. Подсмотрел у ребят, вот, и вроде бы ничего. Они мастера своего дела. Попробуем на нее поработать. Хотя она не очень характерна для глухозимья, но работает, на удивление. Попробуем и мы. Заключается в постоянном битье об дно. А бегающий крючочек наш ловим на конус. Бегающий крючочек мы не высоко поднимаем, так как мы часто бьем по дну. Опа! И вот вам окунек. Ребята. Берет на крючочек, взял. Вот смотрите. На наш крючочек. Конусок, крючочек стопорным углом, узлом зафиксирован, можно даже и меньше, наверное, сделать. Вот. И на наш конус с крючочком, пожалуйста. Надо не терять, это я снимаю, потерял момент, а он вполне мог брать сразу же. Теперь мне придется его опять дразнить. Удар по дну и придерживаем секундочку. Чуть-чуть как бы выкапываем конус из песочка и все, и придерживаем. Иногда чуть-чуть шевельнули, так как крючочек высоко не бегает, он моментально успевает опускаться, но это, наверное, раздражает окуня. Конечно, он сейчас не активный, тем более, что на этой ямке уже ловили. Он не целинный, если можно так сказать. Казалось бы, в глухозимье надо медленно, длинные паузы, но тут наоборот, что-то срабатывает. Ударили и чуть-чуть выкопали. Вытащили с песочка его так, приподняли. С него начинает струшиваться песочек и расходиться пыль после ударов. Муть. А крючочек в это время бегает вверх-вниз. На небольшое расстояние он успевает, благодаря стопорному узлу, высоко не подлетает. Так, есть еще один. Опа. О, этот заглотил хорошо. И конус. На этой, и эта луночка отозвалась. Не мешкая. Не мешкая. Опускаем и держим. Даже не ударяя. Так, трава. Второй. Один. Опять. Ну, этот берет хорошо. Заглатывает. Конусок полностью. Таким макаром. Фух. Так, и кидаем опять. Да, цепись.
Отцепись. Ты тут ударил, так ударил. За конус, потому что... Блин. Есть. Давай, 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 давай. Ага, активно пошло. Тюлечку только что вытащил. Тюльку из этого самого. С водички. Крючочек наш. Пускаем. Так, ну пойдем на следующую луночку. Тихо-тихо-тихо, выходи. Выходи. Опять. Ёлки-палки. Опа. Есть. Ха-ха, мальдузенький. Ну, ударил. Ну, ударил. И играть не надо. Оп. Подержал чуть-чуть и все. Вот так вот. Что ж ты так заглатываешь, елки-палки? Кидаем сразу туда. Распогодилось. Такой ветерок дует. Мы ловили на конус с крючочком. Вот такая снасть. С ограничителем высоты. Если быстро работать, то надо как крючочек, чтобы успевал сбегать туда и назад. Ну и упасть на конус. Если бы не санки на лыжах, так нам не получилось бы выйти, наверное. А снега много. По колено нанесло. Еще идет. Ну что, добредем. Намело. Ну так где-то окунек и ловится по этой схеме. Ну, давайте. До новых встреч. С вами был Антонович.
Удачи вам в жизни и на рыбалке. Пока.